Это новости на телеканале Хабар, в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Глава государства встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Президент находится в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Встреча на высшем уровне состоялась накануне. Глава государства прибыл в эту страну для оказания, как он сам отметил, дружественной поддержки во время Всемирных специальных Олимпийских игр, которые проходят на Ближнем Востоке, а именно в Эмиратах впервые. Что касается двусторонних отношений, то взаимный товарооборот составил почти 487 миллионов долларов. 240 предприятий работают в нашей стране с участием эмиратского капитала. Совместные договоренности исчисляются более чем 10 миллиардами долларов. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что прошедший год был плодотворным. Во многом благодаря таким частым встречам и тесным отношениям, основанным на братстве и доверии. В свою очередь, наследный принц особо подчеркнул роль Казахстана в деле установления межконфессионального согласия и диалога в мире. Обсудили лидеры стран не только двусторонние вопросы, но и актуальные темы международной повестки дня. В фокусе внимания – сферы туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики и сельского хозяйства. А уже сегодня вечером в Абу-Даби состоится торжественное открытие Всемирных летних специальных Олимпийских игр. Сборная Казахстана представлена 89 спортсменами. Наследный принц Абу-Даби во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым особо подчеркнул. Основатель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Заид бен Султан Аль-Нахаян восхищался президентом Казахстана как руководителем мирового масштаба, чей пример вдохновил объявить 2019 год в этой стране годом толерантности. Об этом неоднократно арабская сторона подчеркивала и во время посещения президентом Казахстана одной из главных достопримечательностей этой страны – мечети шейха Заида в городе Абу-Даби. Здесь Нурсултан Назарбаев ознакомился с особенностями архитектурного облика здания мечети, а также оставил памятную запись книги почетных гостей. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года увеличился на 26% и достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Стороны намерены наращивать экономическое сотрудничество, которое они обсудили на казахстанско-узбекском бизнес-форуме, прошедшем в Ташкенте. Участие в нем приняли свыше 200 предпринимателей. Страны также планируют создать на границе международный центр торгово-экономического сотрудничества. Заместители министров Министерства инвестиций Узбекистана и национальной экономики Казахстана посетили приграничные районы. Там у нас наблюдается небольшое узкое горлышко, то есть вопрос пограничных переходов, вопрос, касающийся удобства транспортной инфраструктуры, таможенных переходов. Мы пригласили узбекских бизнесменов принять широкое участие в наших аграрных проектов, поскольку Казахстан – это большая площадка для выхода на рынок ЕАЭС. Уверен, что совместными усилиями мы сможем уже в ближайшее время вывести наш товарооборот на 5 миллиардов долларов, задачу по которому поставили наши президенты. Для этого, конечно, мы предлагаем объединить усилия, направленные на формирование новых значимых инвестиционных проектов, развитие торговых связей, которые могут вывести двусторонние отношения, экономические отношения на совершенно иной, качественно новый уровень. Российский трактор «Кировец» будут собирать из казахстанских комплектующих. Об этом стало известно по итогам встречи министров промышленности государств-членов Евразийского экономического союза. Главы профильных ведомств обсудили вопросы участия казахстанских предприятий в российской программе импортозамещения, развития кооперации в производстве комплектующих для сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. Планируем, что уже в мае месяце мы начнем промышленную сборку в нашей стране. С нашими партнерами из Петербурга было принято решение по передаче нашим машиностроительным компаниям технической документации, чертежей для производства различных компонентов для головного завода. Напомню, в этом году в экономику страны будут направлены 600 миллиардов тенге. Большая часть средств, 400 миллиардов, пойдут на развитие так называемой экономики простых вещей. Это коснется легкой промышленности, мебельного производства и стройиндустрии. В
По расчетам, это позволит сократить долю импорта товаров народного потребления с 59% до 37%. По 100 миллиардов тенге запланированы на переработку сельхозпродукции и производство в агропромышленном комплексе. Оформить земельный участок в течение месяца теперь могут жители Кызылординской области. Специальная автоматизированная система заработала в центре обслуживания предпринимателей. А заявление можно отправить даже с мобильного телефона. Сегодня центр по принципу одной заявки бесплатно оказывает свыше 70 услуг, а в сфере земельных отношений – 21. Сейчас идут работы по созданию электронной карты с информацией о городской инфраструктуре, проектах детальной планировки и свободных участках. Этот опыт планируют применить во всем Казахстане. Первый онлайн-аукцион в тестовом режиме проведен в феврале этого года. В нем участвовали больше 70 предпринимателей. Им предложено 39 свободных земельных участков в областном центре. Особенность аукциона – возможность ознакомиться с выставленными участками на электронной карте, онлайн-регистрация и онлайн-участие. Жители Жамбылской области будут отмечать Наурыз, начиная с 14 марта, в течение 9 дней. Каждый из них имеет свои названия – благоденствие, щедрость, милосердие, доброта, обновление. Им посвящены тематические праздничные программы. В эти дни в регионе по традиции пройдут акции по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Этнокультурные объединения дадут концерты. Запланированы также большая сельскохозяйственная ярмарка и посадка 4500 деревьев. Программа этих 9 дней очень насыщенная. Мы не ограничиваемся только концертными выступлениями. В плане много интересных познавательных проектов, популяризирующих 7 граней Великой Степи, а также демонстрирующие крепкую дружбу, единство и согласие казахского народа. Состоятся и благотворительные акции. Сегодня в Астане завершается командное первенство чемпионата мира по шахматам. В нем принимают участие 10 мужских и женских сборных из 14 стран. В нелегкой борьбе казахстанские шахматистки пока занимают 6-ю позицию, а мужская команда – 8-ю. Напомню, Казахстан впервые принимает командное первенство мира по шахматам. И сегодня же в Астане «Барыс» проведет первый матч против омского «Авангарда» в полуфинальном раунде плей-офф континентальной хоккейной лиги. По мнению экспертов, ожидается зрелищная игра. Противники хорошо знают друг друга, а в составе «Амичей» есть воспитанники казахстанского хоккея. Главный тренер «Барыса» Андрей Скобелко считает, несмотря на то, что «Авангард» – сильная команда, у него все же есть свои слабые места, которые его подопечные постараются максимально использовать. Мы сыграли 4 игры с «Авангардом» по сезону, с начала сезона и в конце сезона. В общем-то, команда работает в таком агрессивном ключе, много работает, мало допускает ошибок. Поэтому мы с этой командой играли, 3 игры сыграли в ничью, 1 проиграли, ведя 3-0 по счету. Поэтому, в общем-то, все игры у нас были напряженные, достаточно равные. Давайте серия начнется, и там мы все увидим. В Щучинске проходят 3-й зимние республиканские молодежные игры по 17 видам. Состязания продлятся до 22 марта. Накануне первыми к тренировкам приступили биатлонисты. Они примут участие в смешанной эстафете, индивидуальной гонке, спринте. Также пройдут мужская и женские гонки и гонка преследований. Зимние молодежные игры проводятся один раз в 3 года. Республиканский центр олимпийской подготовки в рамках молодежных игр проводит непосредственно соревнования по биатлону. Будет определяться победители в данном виде дисциплины, и в целом по итогам игр определятся победители, представители регионов. Приехали с чемпионата Европы, который проходил в городе Шушен, Норвегия. Участвовали там в соревнованиях. Сейчас будем участвовать здесь, чтобы повысить свои качества спортивные и показать хорошие результаты. Казахские тазы и тобет, возможно, станут национальными брендами нашей страны. Казахстан в апреле планирует подать заявку в Международную кинологическую федерацию о намерении зарегистрироваться как родина их происхождения. Кроме этого, в стране будет создан специальный кинологический центр с действующим питомником собак этих пород. И на этом у меня все. Смотрите нас ровно в 13 часов.